В этом сезоне ушанки основной тренд. Можно купить, но мы предлагаем вам связать на вязальной машине шапку, теплую ушанку поперечным вязанием из секционной пряжи. И в тренд попадаем, и ни на кого не похожим. Основные мерки для вязания: объем головы 54 см, высота головы 38. Высота головы делится пополам, это 19 см. И получаем размер выкройки 54 на 19 см. Распределяем ушки. Объем головы делим на 5 и еще пополам. 5 см это расстояние от края до начала ушка. Длина уха и ширина уха по 14 см. Козырек 10 см. Длина козырька 16 см. Вязание поперечное, козырек и ушки провязываются по отдельности. Получившуюся заготовку оформляем отделочной планочкой, а для этого измеряем фактический размер деталей ушанки и распределяем по количеству сантиметров на каждую часть. Зная петельную пробу, делаем расчет по количеству петель. Планка от края до начала козырька получилась 119 петель. Провязываем двойную ширину планки и на машинке отмечаем количество игл, соответствующих каждой части. А теперь неожиданный прием. Надеваем детали на иглы, но не как мы привыкли, а наоборот. Провязанное полотно оказывается не снизу, а сверху. Старайтесь надевать на иглы полотно ровно по петельным столбикам. Сначала надеваем края, затем середину, чтобы распределить петли равномерно. Ставьте лайк, если идея вам понравилась. Итак, надеваем по одной или две части за один раз. Загибаем подгиб и надеваем нижний край на иглы поверх петель шапки. Закрываем петли косичкой. Двигаемся к следующей части. Надеваем шапку, сверху подгиб и закрываем петли. Так по очереди все части ушанки. Аналогично оформляем козырек и вторую сторону. Соединяем края планок иглой. Готово! Осталось сшить задний шов и макушку. Понравилась идея? Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить продолжение. А в следующем видео смотрите несколько необычных вариантов оформления макушки.